Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня я хочу сделать для вас обещанное видео, продолжение видео о... даже не совсем продолжение, а ревью на продукт, который я показывала в обзоре покупок. Сегодня это будет вот такой тональный крем. Healthy Mix Serum. В общем, вот такой тональный крем. Оттенок у меня номер 52, который называется Vanilla and Vanilla. Double Vanilla. Что хочу сказать? Да, они, конечно, тут пишут, что у них наполовину матовый финиш, врут. Что хочу сказать. Я всегда была поклонницей марки Bourjois. В последнее время марка эта испортилась, к моему великому сожалению. Вот. Но мне кажется, что испортилась даже не сама марка, а испортилась поставка этой марки в Россию. Потому что то, что доходит до нас, представляет собой, конечно, качество очень... печальное. Вот. Но чего не отнять от фирмы Bourjois? Они всегда умели делать тональные крема. Может быть, потому что Bourjois – это подразделение как бы марки Chanel. То есть Bourjois – это бюджетный вариант Chanel. Примерно так. Вот. Тональный крем очень достойный. Я бы сравнила его Stent Miracle. Я бы даже сказала, что они практически одинаковые. Только Stent Miracle стоит, соответственно, 1500 рублей, а этот стоит 400 рублей. Замечательный тональный крем. Не могу к нему придраться вообще никак. Что хочу сказать сразу. У этого тонального крема слабая степень покрытия. Bourjois нам абсолютно не врет. Он об этом пишет вот здесь вот. Сейчас покажу. Видите, вот. То есть это облегченная версия тонального крема, который называется Healthy Mix. Это Healthy Mix Serum. Это облегченная версия и так довольно-таки легкого тонального крема. Но покрытие хорошее, оно выравнивает цвет лица, но если у вас есть какие-то на лице несовершенство, то, что вы хотите замазать, скрыть, то тогда вам, конечно, этот тональный крем не подойдет. Или он вам подойдет, но изначально вам придется пользоваться консилером или корректором, там уж в зависимости от того, что вы хотите скрыть. Тональный крем этот в пластиковой бутылочке, в отличие от Stent Miracle, который находится в стекле, но зато он полегче, и зато он не разобьется. Оттенков то ли 6, то ли 7. Не буду сейчас врать, но структура очень легкая, оттенки подобраны хорошо, поэтому свой цвет вы найдете абсолютно легко. Очень приятный запах. У Stent Miracle он, конечно, посильнее, здесь он полегче, пахнет немножечко такими, как фруктами, что-то такое. Вот. Что этот крем обещает? Он не дает матирования. Вот здесь они, конечно, почему-то написали, что... у него полуматовый финиш, но это не совсем так. Я бы сказала, что финиш у него не матовый, а скорее, наоборот, сияющий. То есть для людей с жирной кожей он не подойдет, для людей с нормальной кожей и на Т-зоне, склонной к жирности, он подойдет, но готовьтесь к тому, что вам нужно будет пользоваться пудрой, это будет как бы обязательный факт. То есть я этот крем использую с пудрой. Но другой вопрос в том, что почему-то на осень, на зиму мне не нравится слишком сильно заматированное лицо. То есть мне наоборот хочется сияния, ну вот примерно такого, как сейчас. Но сейчас это немножечко я вам подбираю, я сейчас себя веду так, как ведут себя модели в рекламах косметики, когда они рекламируют один продукт, а пользуются другим, потому что сейчас поверх тонального крема Healthy Mix у меня еще нанесена пудра Christian Dior.
Вот. Но даже без пудры Christian Dior тональный крем очень хороший, легкий, не забивает поры, придает лицу сияние. В общем, ну, замечательно. Насколько я помню, в нем даже есть какие-то всякие ухаживающие вещества. Он гипоаллергенный, что тоже, в общем-то, важно. Я никак не пойму, почему у них нет ничего на английском. Как такое могло получиться? Есть на французском. Личи по-французски, наверное, это и есть личи, да? Гранат, личи и что-то еще. Крем-сыворотка. Вот видите, как это называется. В общем, классная штука. Очень советую. Если у вас нет особых проблем с кожей, но вы любите тональные крема и хотите выровнять цвет кожи, замечательно подойдет. Стоит абсолютно недорого, отличные оттенки. Держится он хорошо, но, естественно, со временем у вас появляется больше сияния на лице, если мы с вами говорим о нормальной и чуть-чуть склонной к жирности кожи. Для сухой кожи, я думаю, это будет просто идеальный вариант. Замечательный крем. В общем, я снова стала любить марку Буржуа. И повторюсь еще раз, Буржуа всегда умела выпускать хорошие тональные крема. Я помню, у них был тональный крем, который назывался Happy Light. Позже они его заменили кремом эффект 8-часового сна или что-то такое. Вот эффект 8-часового сна был уже хуже. Вот их тональный крем Happy Light, который был абсолютным масс-маркетом по цене, по качеству был 100% круче, чем все люксовые крема, которыми я пользовалась. Это, конечно, не совсем супер люксовый крем, но я абсолютно спокойно сравниваю его с Тент Мирком. Абсолютно спокойно. То есть по покрытию, по нанесению, по эффекту и по стойкости это абсолютный Тент Мирком. Абсолютный. Только цена в 5 раз дешевле. Поэтому, если вы хотите сэкономить денежки, очень вам советую. Если вам нужна версия поплотнее, более стойкая, то обратите внимание на версию такого крема, которая называется не Healthy Mix Serum, а которая просто Healthy Mix. Он более плотный по текстуре, более долго держится, как я понимаю, я им не пользовалась, но судя по отзывам и судя по описаниям, так. Вот. Но просто мне хотелось чего-то такого легкого, чем можно быстренько с утра после увлажняющего крема воспользоваться и получить ровный сияющий цвет лица. Так что очень-очень-очень советую. Здесь у меня немножечко, конечно, такой запылился. Сейчас вам покажу оттенок, какой у меня есть. Вот так вот он выглядит. Вот. Наношу я этот крем с помощью кисти от Sigma. Вот такой. Но в целом этот тональный крем очень хорошо наносится руками. Просто я уж в последнее время полюбила наносить тональные крема с помощью кисти. Сначала такими я похлопающими движениями, потом немножечко растираю. То есть, ну, практически он на руке не заметен, и на лице он точно так же сильно не выделяется, не дает видимости на лице, что я нанесла тональный крем, вот, а просто очень сияющий, здоровый цвет лица, то есть вот на руке даже, ну хотя нет, здесь видно, что рука такая более, какие у меня синие вены, я наркоман. Я шучу, я не наркоман, вообще не знаю, что такое наркотики. Мой наркотик это тональный крем Healthy Mix от Буржуа. Вот, всех вас люблю, обожаю, большое спасибо вам за просмотр. Если вам интересно мое мнение, если вы к нему прислушиваетесь, то обязательно попробуйте вот такой тональный крем. Стоит недорого и просто даже ради интереса, я думаю, вам будет приятно им попользоваться. Вот, очень классная штучка. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Очень-очень-очень классно. Очень-очень-очень-очень классно. Как-то так. Большое спасибо вам за то, что побыли со мной эти практически 10 минут. Надеюсь, вам было очень интересно, надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что вы купите этот тональный крем и расскажете мне свои
впечатление. Если кто-то им уже пользовался, тоже жду ваших комментариев. Ну и вообще люблю все ваши комментарии, жду ваши комментарии. Всего вам самого хорошего, замечательной погоды, замечательного настроения и успеха во всех ваших делах. До встречи на моем канале. Ваша Вероника. Пока-пока.